Таджикские депутаты отправились в Россию, чтобы донести послание Рахмона таджикским трудовым мигрантам, находящимся в России на заработках. Депутаты Нижней палаты парламента Бахтовар Сафарзода и Хокимджон Холикзода приехали в Россию, чтобы ознакомить таджикских трудовых мигрантов с содержанием очередного послания Рахмона. Депутаты провели встречу с таджикскими трудовыми мигрантами в московском торговом центре «Южные ворота», пишет «Азия Плюс». Представители Рахмона подчеркнули, что сегодня нет необходимости выезжать за границу для получения исламского образования, и сказали, что в Таджикистане созданы все условия для получения исламского образования. Депутаты, однако, не уточнили, о каких конкретно условиях они говорили, с учетом того, что на 9 миллионов населения Таджикистана в стране не существует ни одного медресе, а мечети закрываются одна за другой, по требованию властей, естественно. По итогам всех встреч, которые провели депутаты в Москве, таджикским трудовым мигрантам были розданы изданные недавно в Душанбе брошюры с текстом послания президента Таджикистана парламенту республики от 26 декабря прошлого года. Причем, по мнению наблюдателей, мигранты отнеслись весьма скептически к мероприятию и выразили полнейшее безразличие к данному посланию Рахмона, как и, в принципе, к любому иному его действию или заявлению.